сидит это во мне, понимаешь, сидит», — сказала она чуть сдавленным голосом и оборвала себя. «И все теперь неуместно, несвоевременно. Незачем мне нынче быть смешной. А тогда, в молодости моей, все понималось по-другому. И что теперь приветствуется, тогда отвергалось. Говорили: уберите эту ноту, от нее пахнет цыганщиной. А она была просто страстной. Дурновкусие я бы сама никогда не допустила. Говорили: жестокий роман с насмешкой. А он оказался вечным. Ведь мир чувств, заключенный в нем, это мир красоты и драматизма. Ее называли мадам Аншлаг». Добрый день, дорогие друзья! Я думала, что тема шоу-бизнеса уже исчерпана, и я как-то плавно перейду к каким-то другим насущным проблемам, либо наоборот начну рассказывать вам что-то веселое, например, интересные театральные байки. А нет, недавно я получила письмо, и так как я сразу не могла на него ответить и снять этот сюжет, я сделала, ну, закладку, чтобы его не потерять, и вот сейчас я вам прочту. Пишет мне Роман Американский. «Наталья, добрый вечер вам. Хочу спросить вас. Вы много уже говорили о шоу-бизнесе, но самого главного, наверное, еще не знали. Многие люди, которые стремительно хотят попасть на арену славы, человеческой, продают свои души дьяволу для того, чтобы осуществить свою мечту. Вот есть некоторые видеоматериалы, где знаменитости сами говорят об этом. Я тоже очень сильно хочу попасть на большую сцену, но через профессионализм и упорный труд. Скажите, возможно ли это? И почему многие, продавшие сейчас души на... на звездном Олимпе? Зачем дьяволу человеческие души? И действительно, обладает ли он такой властью? И что вы можете сказать по этому поводу? Снимите видео. Спасибо». Тема серьезная, но я решила действительно снять сюжет и на эту тему поговорить. Тот сюжет, тот ролик, который Роман мне прислал, я ссылку положу под видео, но я вам честно могу сказать, что я его даже не досмотрела. Да простит меня Роман, он меня поймет, и вы меня поймете, потому что я подобные негативные вещи вообще смотреть не люблю. Я смотрю только то, что душа моя принимает. И если у меня сразу же идет отторжение, зачем же я буду издеваться над собственной душой? Я только включила ролик, я поняла, о чем речь, тут же его выключила и оставила в покое. И вот прошла, наверное, неделя, может быть, и больше. А хотя можно посмотреть, 6 октября отправлено, а сегодня у нас с вами уже 10 число. Почти неделя прошла. И вот сегодня субботний вечер, я решила на эту тему поговорить. Дьявол действительно обладает огромной силой и властью здесь, на земле. Я уже во многих сюжетах говорила о том, что здесь, на земле, правит балом сатана. И мы возносим свои молитвы Господу, молитва «Отче наш», которую мы все с вами должны знать наизусть, говорит о том, чтобы пришла, мы молим Бога, чтобы пришла Его власть сюда, на землю, так же, как и на небе. Люди действительно продают души дьяволу. Продают для того, чтобы попасть не только в шоу-бизнес, для того, чтобы преуспеть в этой жизни здесь, на земле. Я всегда была уверена и постоянно подтверждаю сама себе постулат, что здесь, на земле, мы никогда не получим награды. Никогда в том объеме, в котором нам бы хотелось. Наша душа ощущает, что да, ты заслужила, ты хорошо потрудилась, ты же так сделала много, ты столько вложила, ну почему тебе даже простого человеческого спасибо не сказали? Но это закон, здесь на земле нам никто не скажет спасибо. За редким исключением, в большинстве своем нет. Не обращают внимания, как-то так. Все наши награды записываются на небесах.
И мы с вами должны к этому здесь нормально относиться. То есть как бы выработать некий иммунитет, живя здесь на Земле, что мы здесь награды никогда не получим. Ведь люди, которые делают все это от души, трудятся, дарят радость другим, помогают, альтруистически работают, волонтерские движения и так далее, они ведь делают это не за награду. Они делают это по зову сердца. Какие тут могут быть награды? У меня вообще мысли никогда нет, что я сейчас пойду, вот завтра у меня концерт «Ностальджи» программа для ветеранов, для пенсионеров, для людей пожилых у нас здесь в районе открывается. Новый сезон этой программы, я буду петь там со студентами, у меня даже мысли никакой не возникает, что там какие-то... Я иду с радостью, я буду петь и дарить людям настроение. И сама заряжаюсь от этого еще больше даже, может быть, чем я подарю. Но души-то действительно продаются. Люди продают свои души, чтобы здесь на Земле получить массу богатств. Мы с вами знаем очень хорошо, люди, которые читают Писание, те, которые знают историю, очень хорошо знаем историю Иова. Эта же история была взята за основу Гёте, который написал пьесу «Фауст». О докторе Фаусте, который продал свою душу дьяволу. Но они отличаются, в корне отличаются. Если в Библии было написано, в книге Иова, где он запретил дьяволу прикасаться к самому Иову, то есть дьявол стал там, ну что ты, а что ты там о своем Иове? Ты ему все дал, ты его благословил, у него там и скот, и все, там у него богатство, целая куча дети, там семьи. Он богатый человек, ну и что? Ну, конечно, он тебя будет славить. Чего он не будет тебя славить? Господь ему сказал, хорошо, забери все, что это, вот все, что у него есть. Его самого не трогай, душу не трогай. Не смей прикасаться. Заключил некую сделку с сатаной. Что произошло из этого, если вам интересно, вы прочтете книгу Иова из Священного Писания. А вот у Гёте с доктором Фаустом там история другая. То есть там у Фауста личность как бы раздвоена. Он ждал и похвалы, и награды за все, что он делал. А Иов был совершенно бескорыстен вообще в своей жизни. Ну дал Господь все, он каждый день, может быть, там, я не помню по Библии, но, может быть, не каждый день, но каждую неделю он приносил жертвы Господу, дабы переживал, что вдруг его дети даже в помыслах где-то не так подумали, где-то что-то сказали, ну, то есть согрешили даже в мыслях своих. И он возносил Господу жертвы и совершенно бескорыстно все это делал. Я вам сейчас зачитаю. Я зашла, прочитала, освежила как бы в памяти текст Гёте. Так вот, Господь ему говорит о докторе Фаусте, что он тоже нормальный парень-то. Чё ты пристал к нему? Нормальный он, хороший, всё. Я вам сейчас процитирую. Мефистофель соглашается, да? Этот эскулап и рвется в бой, и любит брать преграды, и видит цель, манящую вдали, и требует у неба звезд в награду, и лучших наслаждений у земли. Отмечая противоречивую двойственную натуру этого ученого, доктора Фауста. И у Гёте то же самое происходит. То есть он дает карт-бланш дьяволу, говорит, ну хорошо, воздействуй на него. Но Гёте, он не говорит, чтобы он не трогал его душу. И вот здесь, понимаете, вот оно, прямой, вот стопроцентный пример того, что если рука Божья на душе человека лежит, дьявол не посмеет никогда к ней прикоснуться. То есть все, табу, не трогай. Забирай тряпки, шлепки там всякие, там, я не знаю, забирай. Это все дело наживное. Потому что я всегда говорю, человек, богатый человек, если у него что-то там машина сгорела, дача там еще что-то у него украли, все, он может просто сойти с ума. Либо покончить с собой, либо вообще там разрыв сердца. А что нам терять? Среднестатистическому человеку. Ну, было, но нет сейчас. Ну, нежели богато, нечего начинать. То есть мы нормально все это воспринимаем. Абсолютно. Бог дал, Бог взял. Даст еще. Попросим, даст еще. Хорошо будем жить, трудиться, даст еще. Вообще человеку не так много надо. Так вот,
У Фауста-то с Мефистофелем очень интересный состоялся разговор. Скажи ему, я душу продаю с тем, чтобы 24 года он дал мне жить, вкушая все блаженства. Хочу тебя иметь всегда слугою, чтоб ты давал мне все, что прикажу, чтоб помогал друзьям, сражал врагов и был всегда моей покорен воле. Ступай, вернись к владыке Люциферу, а в полночь в кабинет ко мне приди и сообщи о решении властелина. Исполню, Фауст. Так вот, по поводу продажи душ. Я почему-то провела параллель. Вот как объяснить? Как попроще объяснить этому молодому человеку и вам, дорогие друзья? Это мое мнение, лично мое мнение. Когда вы, ваша душа требует определенного, и вы ощущаете благодать в душе своей, вы занимаетесь каким-то делом, и вам дан свыше дар, будем говорить конкретно, давайте возьмем голос. Потому что молодой человек, как я поняла, он тоже поет, потому что речь в основном в моих сюжетах связана именно с вокальным творчеством. У нас уж очень много сейчас всевозможных шоу-программ, куда вы можете действительно поехать и показать свой голос, свой дар. И далеко не все востребованы, хотя великие голоса у многих людей. Потому что нужна картинка, потому что нужны типажи, нужны люди, которых потом переделывают. Ну, в общем, не будем возвращаться, вы посмотрите предыдущие сюжеты. Так вот, если вы обладаете даром, определенным даром, и вы хотите нести со сцены именно то, что вашей душе угодно, а вас заставляют делать совершенно другое, и вы ведетесь на это. Вот это я назвала бы продажей души дьяволу. Потому что дьявол же, он же воплоти человеческое. Давайте возьмем того же Берию. Чем не дьявол воплоти? И давайте возьмем замечательного нашего известного певца Вадима Козина. Когда я на заре своей творческой деятельности преподавания в колледже готовила программу предмета истории исполнительства, ее не было. В колледже мне сказали, пишите, что хотите, и учите детей на основании том, что вы посчитаете нужным. И вот я стала искать, составлять эту программу. Я читала дневники Вадима Козина. У меня есть очень хороший друг Витоль Борисович, у которого есть огромная фонотека и библиотека. Еще до того, как у меня появился интернет, компьютер, я очень часто его посещала, он мне очень помогал во многом, ему огромное спасибо. И вот я читала дневники Козина. И там я прочла, что та 58-я статья, когда он был осужден и отправлен в Магадан на Колыму, отбывать наказание – это враг, враг контрреволюции, то есть контра. А в интернет я сегодня залезла и почитала, а там, значит, раздвоение такое. Якобы он был не той ориентации и имел связь с мальчиками. Мне достаточно посмотреть на Вадима Алексеевича, послушать его. И я в духе ощущаю совершенно чистого человека. Чувство только одно, что это стопроцентная ложь. И я подняла документы, ведь в его личном деле, в тюрьме, не значится, по какой статье он осужден. Там прочерк стоит во всех совершенно источниках. Где-то пишут и то, и другое. Что, а что другое? А, да, я же не сказала. А другое то, что он отказался петь песни, которые настаивал, чтобы Берия настаивал, чтобы он пел строевую песню, чтобы он массовую песню пел, а он говорил ему, простите, но я не откажусь от своего амплуа. Я лирик, я пою романсы, я пою песни о любви. Я не могу и не хочу петь то, что вы мне предлагаете. Сказать такое Берии, все, 58-я статья, 100%. 100%. Потом я начала копаться, думаю, если его обвиняют в том, что он был неправильно ориентирован, а может быть, Берия сам был неправильно ориентирован, может быть, он, у него и любовниц было около 700, может быть, он и мальчиков тоже любил, а может быть, он подкапывался к Козину, он был очень красив, он был с потрясающим совершенно голосом, а Козин его отфутболил, а он его взял тут же и назвал таковым. То есть вот эта фабрика уничтожения человека – у нас работало очень хорошо. И Берия преуспел в этом, пожалуй, лучше всех.
Так вот, Козин не отказался. Он не продал свою душу дьяволу. И даже находясь в Магадане, отбывая это наказание, он был востребован. Его люди до безумия любили и помнили, несмотря на то, что все пластинки были уничтожены, запрет был полный. А ему писали письма на Колыму, Козину. И письма доходили. Его люди помнили, любили, и он прожил очень долгую жизнь уже после того, как закончилось его. Отбыл это наказание, он ездил с гастролями, в основном это от Урала до Дальнего Востока, то есть все, он не ездил туда, в столицу. Здесь его очень любили, и его голос просто потрясающий. И мне вот это в этой полутьме, в этом желтом свете, мне всегда вспоминается, и вот это еще в особенности судьба и воля провидения, артистка сделалась больна, лишилась голоса, и зрение, и ходит по миру она одна. Бывало, нищий не боится прийти за милостыней к ней, она же у вас, она у вас. Просить стыдиться, так дайте милостыню ей. Зима метель, и в крупных хлопьях при сильном ветре снег валит. У входа в храм одна в лохмотьях старушка нищая стоит. И подаяния ожидая, она все тут с клюкой своей, и летом, и зимой босая. Подайте милостыню ей, о, дайте милостыню ей. Сказать ли вам, старушка эта, как 20 лет тому жила, она была мечтой поэта, и слава ей венок полила. Когда она на сцене пела, Париж в восторге был от ней, она соперница не имела. Подайте милостыню ей, о, дайте милостыню ей. Бывало, после представления ей от толпы проезда нет, и молодежь от восхищения гремела браво ей во след. Какими пышными хвалами ходила ей круг ее гостей, при счастье все дружатся с нами, при горе нету тех друзей, при горе нету тех друзей. Судьба и воля провидения, артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения, и ходит по миру одна. Бывало, нищий не боится прийти за милостыней к ней, она ж у вас просит стыдиться. Так дайте милостыню ей, о, дайте милостыню ей. Чем не шоу? Чем не шоу-бизнес? Что вообще такое шоу? Почему шоу это куча огней, это куча
всевозможных ресурсов, какие только могут быть. Один человек в состоянии создавать шоу. Один. Варя Панина. Анастасия Вяльцева. Собирали огромные залы, и люди их не отпускали. Единственное, все, ничего не было. Рояль, гитара, скромное бархатное черное платье с какой-нибудь ниткой жемчуга. И двухчасовые, трехчасовые, четырехчасовые концерты, которые держали публику, им кричали «Браво, бис!», не отпускали до двух, до трех часов ночи, милиция разгоняла уже публику. Чем не шоу-бизнес? Они получали за это тоже деньги. Они зарабатывали деньги. Они были богатейшими вокалистками. Но они не продавали душу дьяволу. Они пели то, что они хотели. То, что душа их хотела. Следующая певица, которой бы я хотела сказать, которая тоже не продала свою душу дьяволу, которая другим путем. Если Козин сказал Берии, что я не буду петь то, что вы хотите от меня, моя душа не желает петь то, что вы заставляете меня делать, и поплатился 58-й статьей, то Изабелла Юрьева, величайшая певица, потрясающий совершенно человек, которая прожила весь 20 век, и удостоена была только лишь звания народной певицы, когда ей исполнилось 90 лет и поднялась на сцену и спела. Народная артистка России Изабелла Юрьева. Дорогие мои зрители, дорогая публика, вы же понимаете, как я сейчас взволнована. Борис Сергеевич говорит, спойте хоть один куплет. Ну как я могу в моем возрасте петь? Тем более 22 года не пела. Как? Ну, у нас, мы только знакомы. Просто мы встретились с вами, в душе зажила уже старая рана. Но пропасть разрыва легла между нами. Мы только знакомы, как странно. Как странно все это. Совсем ведь недавно была наша близость безмерно безгранна. А ныне, ах, ныне, было мне равно. Знакомы, как странно. Завязка вся сказка, развязка страдания. Надумать все время о вас неустанно. Ну, может быть, впрочем, зачем? До свидания.
знакомы. Как старая. Она пошла другим путем. Она просто сказала, что она не очень хорошо себя там чувствует, у нее были проблемы семейного плана. Она грамотно, так это по политическим соображениям, знала как. Она просто ушла со сцены и 7 лет вообще не показывалась, потому что не давали петь то, что она хотела. До маразма доходила. Рецензии там на ее выступление требовали шмондеры, мондеры, вот это все, как после революции, вот это давление, что романсы это пошлятина, цыганщина это похабщина, прекратите это петь, нужно петь строевую, нужно петь массовую песню, а это все буржуазия, это все нужно убрать, растоптать, раздавить, и вообще, что вы там поете? Не надо встреч, не надо расставаний. Гражданка Юрьева, вы о чем поете? Нам нужно массы сплачивать. А вы? Вы призываете к разобщению масс? Ну, после таких рецензий на ее выступление у нее ничего не оставалось, как просто-напросто действительно уйти со сцены тихо-тихо и прекратить вообще выступать. Потом Великая Отечественная война. Она ездила с концертами. И только в 2000 году Господь забрал Изабеллу Юрьеву, Изабеллу Даниловну Юрьеву. Потрясающая совершенно певица. Так вот, ни она, ни Козин, ни им подобные свою душу дьяволу не продали. Хотя они состоялись в этой жизни. Они величайшие певицы, певец, величайшие артисты эстрады. И они создавали потрясающее шоу. А вы мне просто сейчас скажите, может быть, что-то подзабыла. Долог ли век на сегодняшний день наших шоуменов, шоу-вумен и прочих? Долог ли он? Сколько отмерено им тем, которые продают душу дьяволу? Которые идут на поводу у их импресарио, у продюсеров, когда... Их заметили. Ах, какой у вас голос. Давайте я буду вас продюсировать. Давайте то, другое, пятое, десятое. Человек говорит, вы знаете, я бы хотел... Это мое амплуа. Я бы хотел сохранить свое амплуа. А ему говорят, накся выкуси. Ты со своим амплуа где-нибудь там... А мне надо вот это петь. Мне надо вот так, чтобы ты работал. Мне нужно деньги зарабатывать. Ты на этом не заработаешь денег. А почему, собственно, не заработаешь? И вы ведетесь. И вы ведетесь на все на это. Как опять же быки на веревочке, на заклание на собственное, как доктор Фауст, которому было отмерено 24 года. Может быть, в среднем век в шоу-бизнесе тем, которые продают свою душу дьяволу, он и равен 24 годам. Возможно. Я не знаю. Но я не знаю, где сейчас Децл, о котором все тогда, я не знаю, с ума сходили. Да я вообще как-то вот это все. Я вроде и работаю на эстрадном отделении. Мне падает вот сюда только истинное творчество. Чистое творчество. Я не понимаю вот этой мишуры. Все сделано искусственно. И когда вы на сцене только ради денег, а не ради того, чтобы дар свой свыше полученный, свой голос дарить людям, и нести то, что душа ваша хотела нести, а потом вас переломали, вас переделали, и вы подписали договор с вашими продюсерами, которые зарабатывают на вас, ну, дают вам хороший кусок хлеба. Но, Фауст, отдаешь свою мне душу? Как раб тебе служить тогда я стану, и больше дам, чем можешь пожелать. Да, Мефистофель. Я ее отдам.
хорошо, когда, ну не знаю, может быть, и есть такой процент, когда совпадает все, что вы попадаете в шоу-бизнес, и вы сохраняете свое амплуа на 100%. Вы его сохраняете. И вы работаете для людей, и вы испытываете истинное блаженство после каждого концерта. А не так, как мне, я встречалась с артистами, которые уходили за кулисы и говорили: «Ой, слава Богу, это все кончилось». Вот так я их слышала, я их видела. Люди просто потому, что нужно зарабатывать на хлеб насущный. Как это страшно, когда люди трудятся не в радость. Все должно быть в радость, вы понимаете, в радость. Душа должна наслаждаться. Она трудится, и она должна наслаждаться, и должна быть обратная связь. И вы должны всю ее отдать. Вы сейчас скажете: да, я сейчас тоже подумала о той же Насте Вяльцевой и о Варе Паниной. Почему они были, они ушли из жизни в 2011 и в 2013 году, они не дожили до революции. Им не пришлось, как Изабелла Даниловна Юрьева, прибегать к таким всевозможным там. Она сослалась на здоровье, сослалась на то, что она не может сейчас работать. Хотя она хотела работать и могла работать. Сцена лечит, сцена отвлекает от этих вот мыслей. Когда ты дома замыкаешься, мало того, что сложности личного характера, еще и ты не можешь выйти на сцену и подарить людям песню, спеть для них, доставить радость и в себе в том числе, это ужасно. Но вот судьба диктовала, и она вынуждена была уйти со сцены. А Варя Панина с Настей Вяльцевой в 2011-2013 год, они покинули этот мир, отдавая себя целиком, полностью отдавая себя, не могли работать в полноги. Шоу, еще какие шоу? Они сейчас у Господа на небесах, они там поют. У них все там, я уверена, что они никак не в царстве Аида. Слава Богу. Потом поздно, понимаете? Человек потом осознает. Сначала хочется в шоу-бизнес. Готов на все. Как доктор Фауст подписывает бумагу кровью своей и отдает ее Мефистофелю. Радостный. 24 года я буду здесь на земле иметь все. Он спрашивает: а зачем дьяволу человеческие души? И действительно ли обладает ли он такой властью? Ну как зачем? Я не знаю, это же понятно. Господь его сверг с небес на землю. Психоз, алчность. Что моя чаша весов перевесит. Души, которые у Господа, и души, которые у дьявола. И вот он их собирает, вот он их искушает. Да у вас вот это будет, да у вас то будет. Да какая ерунда, какие грехи. Посмотри, как хорошо у нас. Посмотри, какое чудо у нас. И глаз этот вожделенный на все на это смотрит. И слюни текут, и это. 24 года. А потом вечные муки в аду. Да, он обладает властью здесь. Он очень хитер. Он очень мудр. Он же был самым близким ангелом у Господа. Он всему учился у него. Господь делился с ним всеми мыслями. Он очень мудр. Он очень искусен. Он никогда не придет к вам в страшном облике. С корявой физиономией, с рогами, в плаще. Это только костюмчики такие. На самом деле он придет в потрясающем совершенно виде. Что вы, действительно, ваша плоть будет трепетать. Thank you.
душа, дух всегда сильнее плоти. Всегда. И мы должны к ногчу свою плоть, чтобы не быть искушаемым сатаной. Почему многие продавшие души сейчас на звездном Олимпе? Почему? Потому что они подписали с дьяволом договор. Так же, как на своем Олимпе находился доктор Фауст. Я вам сейчас процитирую в самом начале этой философской драмы. Директор театра говорит: «Довольно болтовни салонной, не нам любезности плести, чем зря отвешивать поклоны, могли б мы к путному прийти. Кто ждет бездействий наитий, прождет их до скончания дней? В поэзии греметь хотите, по-свойски расправляйтесь с ней. Я вам сказал, что нам во благо. Вы варите вашу брагу без разговоров за котел. День проморгали, день прошел, упущенного не вернете. Ловите на ходу в работе удобный случай за хохол. Смотрите, на немецкой сцене резвятся кто во что гораст. Скажите, бутафор вам даст все нужные приспособления. Потребуется верхний свет? Вы жгите сколько вам угодно. В стихии огненной и водной и прочих недостатка нет. В дощатом этом балагане вы можете, как в мироздании, пройдя все ярусы подряд, сойти с небес сквозь землю в ад». Видите, какие рекомендации? Вот так вот. Все построились и пошли. Кто туда, а кто туда. Простите, мне с дьяволом не по пути. Пусть он меня боится. Всего вам доброго, всех вам благ. Будьте здоровы, будьте счастливы. Читайте Священное Писание, почитайте Гёте. Принимать решение вам третьего не дано.